Кокос, ты, может быть, все-таки ляжешь, полежишь, отдохнешь. Но намаялся же уже. Камышовый пес. Давай ищи. Вот он еще один. О, крупный какой. Смотрите, какой, ребят, здоровый. Кокос, если бы не ты, я бы не нашел его. Здесь вообще крупный. Грузить. Вот этот крупный. Вот этот крупный. О! Да вообще крупный. В общем, так, сейчас трясну, все, хватит, нам посолим. Смотри, хвост. О, кокос, ты это где взял? Смотри, хвост запутался. Эй, Чунгачкук! Прям смотри, прямо крючочком своим замотал. Ой, не могу. Ну. Эй, ну что ты здесь делаешь? Ой. Так такое поедет. Кокос, вот это что такое у тебя? Эй, грибник! Что у тебя на хвостике? Это что такое? Это что такое на хвостике? Кокос, что это? Эй, не вздумай! Тебя есть потом заставим. Вот какая в Бельгии аномалия. Жара. Кокос вообще не выдерживает. Свою мордочку подставил под вентилятор. Лежит, кайфует. Вот в такой позе лежит сегодня кокос. Лежи, лежи, отдыхай. Я понимаю, тебе жарко. Эх, кокос, кокос. Жарко, парень? Давай, я тебя не буду больше тревожить.